красноярских родителей не дождались детских пособий. Речь о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Причем жалуются на отсутствие переводов жители разных районов, подключенные к разным банкам. Люди ждали, что так называемые президентские выплаты на детей придут с 19 по 26 число, как и обещано. Но банки молчат, а в ответ на жалобы отправляют в управление соцзащиты. 4 апреля нынешнего года мы подавали заявление на пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Через сайт госуслуг на сайте была отметка, что услуга оказана, но пособие до настоящего времени мы не получили. В соцзащите на телефон не отвечают. А вот в управлении соцзащиты сегодня ответили, принимают обращение. На горячую линию ведомства поступило в обработку 47 жалоб. Заминку с перечислением денег объясняют и банковскими задержками после майских праздников, и ошибками самих горожан. Например, деньги могли не дойти до людей, если был закрыт старый счет получателя, а сведения о новом еще не поступили. Или если счет арестован. Либо если у родителя сменилась фамилия, а в соцзащите об этом не знают. Тогда приходит возврат с банка. Сведения о реквизитах нужно освежить. Пока никаких нарушений со своей стороны соцзащита не обнаружила, несмотря на массовые жалобы. Либо деньги все-таки поступили на счет, а по какой-то причине не пришла смс-ка. Разбирались тоже. У вас такая фамилия? Нет, я ее поменяла. Когда поменяла? В апреле. С каждым вот обращением граждан, которые к нам поступают по невыплате, проводим детальный анализ.